Пришло время попрощаться с тем, кто тебе дорог. Спасибо. Ты очень красивая. И? Это и есть твой сюрприз? Чтобы отметить нашу первую встречу? Тебе не понравилось? Нет, нравится. Хороший сюрприз. У тебя испортилось настроение? Нет. Почему? Здесь красиво, я счастлива. Я знала. Понравилось? Очень. Спасибо. Бахар, то, что ты видишь, это ощущение счастья, только репетиция. Главное произойдет после нее. Ты сделаешь один шаг и почувствуешь, независимо от того, буду я рядом или нет. Что ты хочешь этим сказать? Я дал слово, Бахар, и сдержу его ценой своей жизни. Но в то же время, если что-то случится со мной, ты тоже сдержишь обещание. Почему ты так говоришь? Дай мне слово, что независимо от того, буду я рядом или нет, ты вылечишься. Ты продолжишь лечение. Ты будешь жить, независимо от того, буду я рядом или нет. Дай слово. Иначе я не успокоюсь. Хорошо, даю слово. Теперь давай послушаем музыку. Не туда. Смотри ли туда или на меня? Сегодня я никуда смотреть не буду. Сегодня есть только это. Сегодня есть только ты. Сегодня есть только счастье. Здорово. А почему сегодня по-другому? Иногда человеку кажется, что он может вернуть некоторые дни. Но я больше не буду оглядываться назад. Понятно. А женщина, которую ты любил, что будет с ней? Все. Все воспоминания, которые приносят мне боль, останутся в прошлом. Садись ближе.